Всем привет! Мы, как всегда, находимся на тренировочной базе «Мегаджим». И с вами я, Мартынов Андрей, заслуженный тренер Украины по кикбоксингу. И помогает мне сегодня мастер спорта по кикбоксингу Щуровский Алексей. Сегодня мы рассмотрим такую тему, как физическая подготовка бойца, СФП, специальная физическая подготовка. Она развивает силовые качества, такие как силовая выносливость, скоростная сила, взрывная сила, силовая ловкость, функциональность и повышает наш анаэробный порог. Без этих качеств победить практически невозможно. Поэтому сегодняшняя наша будет программа, наш комплекс будет направлен на развитие этих качеств. Задача комплекса – развитие силовой функционалки и повышение анаэробного порога бойца, ударника. Поэтому для начала надо хорошенько размяться и подготовить организм к основной части комплекса. Сегодняшний наш комплекс построен по круговой системе. Состоит из 4 раундов, каждый раунд по 3 минуты. Перерывы между раундами – минута. В каждом раунде 3 станции, каждая станция длится 1 минуту. Количество раундов и тайминг можем варьировать в плюс или в минус, в зависимости от уровня подготовки. Ну что, приступаем? Первая станция. Работа по конверту. На ногах в 3 точки. Развиваем моторику ног, прорабатываем скоростные качества мелких мышц ног. Делаем это в быстром темпе. Второе упражнение. Остаемся на этой станции. Передвигаемся влево-вправо по квадрату, по 2 точкам. Также развиваем толчковые передвижения на ногах. Держим быстрый темп. Это нам позволяет в дальнейшем максимально быстро и ловко двигаться на ногах. Третья станция. Скакалка с двойным прокрутом. Заставляет нас максимально работать в взрывном режиме, максимально загружая весь организм и повышает нашу кардиореспираторную кондицию, нашу выносливость. Первая станция. Работа на канате. Варьируем разными упражнениями. Преимущество этого упражнения в том, что фазы расслабления почти нет. Поэтому упражнение можно отнести к статодинамическим нагрузкам, что очень хорошо развивает окислительно мышечные волокна и, соответственно, силовую выносливость и наши силовые показатели. Переходим на вторую станцию. Работа на кувалде. Неотъемлемое упражнение ударника. На упражнении хорошо растягиваем мышцы в движении, то есть даем амплитуду, растягивая движение назад с полным переносом на переднюю ногу. Это хорошо развивает взрывную амплитуду удара, толчок ноги, работу корпуса и верхнего пояса, что необходимо вам для хорошего удара. Мы на третьей станции. Работа с гантелями. Добавляем целенаправленную нагрузку на руки, ну и все тело. Мы должны почувствовать жжение в плечах, в руках, добить максимально наши мелкие мышцы при ударах. Третий раунд в нашем круге позволит нам включить максимальный аэробно-анаэробный режим. Анаэробные способности – основа силовой выносливости бойца. Позволяет нам долго и качественно наносить удары, взрываться, делать спурты в конце раунда, ускоряться, сохраняя качество движения ударов и скорости на протяжении всего боя. Бросаем мидбол в стену от плеча снизу из-за головы, развивая взрывную силу удара. Используем всю цепочку удара от ноги, бедра, от плеча. Вторая станция. Челночный бег. Позволяет нам максимально развить и повысить анаэробный порог. При максимальной взрывной работе включается бескислородная работа, анаэробный режим, за счет чего ускоряются окислительные процессы и мышцы забиваются молочной кислотой, что сразу выключает их и дает мощную усталость. Наша задача – повысить этот анаэробный порог. Переходим на третью станцию. Прыжки на тумбу. Плеометрические упражнения, ударный метод. Он максимально развивает взрывную силу в ногах. Делаем двойной прыжок, не залипая внизу. Таким образом максимально включаем сократительные процессы в мышцах и развиваем максимально взрывную силу. Отдыхаем, восстанавливаем дыхание. Заключительный четвертый раунд. Работа на силовую выносливость. Первая станция – толчок грифа.
Распространенное упражнение ударника хорошо укрепляет и прорабатывает всю цепочку ударов. Толкаем от плеча, с поворотами, снизу, с приставным шагом и так далее. Следим за дыханием. Канат. Задача подъема по канату вверх-вниз без ног. Хорошо укрепляет кисть, предплечья, связки, сухожилия за счет статических нагрузок. Крепкая кисть – залог нокаутирующего удара. Переходим на третью станцию. Выпады со смены в прыжке с короткой двойной прокачкой, не давая фазу расслабления. И обратно перепрыгиваем на другую ногу. Идет статодинамическая нагрузка, и мы наши ноги убиваем окончательно. Наш первый полный круг пройден. Мы можем повторить его еще раз или два. А кому-то хватит и одного. Мы также можем варьировать время раундов, время отдыха, добавлять дополнительные раунды. Переходим на заминку, так называемую гимнастику боксера. Делаем упражнения на растяжку всего тела, желательно сидя, чтобы энергозатраты были минимальные, и мы максимально вышли на нижний порог пульса. Сегодня мы вам продемонстрировали один из общих комплексов на специальную силовую подготовку бойца. Следите за нашими дальнейшими выпусками. С вами был Андрей Мартынов, Алексей Щуровский. И не забывайте, что никогда не закрывайте глаза в ринге, иначе пропустите самое интересное. До встречи!